и персонала через территорию Российской Федерации подписывают исполнительный протокол между правительством Российской Федерации. Министр della difesa della Repubblica Italiana Ignazio La Russa и министр Лавров фирмену l'accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Federazione relativo al transito per vie ferroviarie di armamenti di partecipazione delle forze armate italiane agli sforzi internazionali. Очень хорошее событие, во всяком случае, очень много планов. С другой стороны, я не вижу в этом ничего критичного, тем более, что... Эти утечки показательны, они показывают всю меру цинизма тех оценок и зачастую тех суждений, которые превалируют во внешней политике различных государств. В данном случае я имею в виду Соединенные Штаты Америки.